Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! С тех пор, как я здесь оказался, с тех пор, как ты стал моим надзирателем, меня не покидала одна мысль. Ты чересчур серьезен. Молодец, наконец-то научился давать лапу. Умничка. Эй, стопэ, в смысле давать лапу? Я просто шучу, забудь. Тоже мне, блин, шутник выискался. Забудь уже. Да черта с два! Идемте уже за мной, похвастаюсь вам своей игровой комнатой. Как же он меня бесит! Он позвал нас, чтобы просто попонтоваться. Но мы проиграли по твоей вине, меня это не задевает. Мы оба проиграли, твою мать! Что это за черт? Здесь ничего нет. Тут лишь большая пустая комната. Как-то слишком аскетично. Ну что поделать, она еще не совсем готова. Что? Нахера ее нам показывать, если тут пока вообще ничего нет? Мы обустроим игровую комнату все вместе! Чего? Мы притащим сюда все, что любим, чтобы всем можно было веселиться, играть и делать ставки с другими пацанами. То есть, как это все вместе? Че он несет? Я еще на турнире понял, что этот парень какой-то странный. Ты отдаешь им свой стол для маджонга? Инри из-за этой штуки совсем работать не хочет. Все равно собирались ее выкинуть. Он сказал, что купит себе автоматический стол. Говнюк. Ребятки, с дороги! Опа, вы там в порядке? Нихера не в порядке! Мицуру, мать его! Нахер он это приволок? Он сказал, что ему друзья это дали. Блин, они что, совсем забыли, что это колония? Это наш дом! Дебилы! Кто, вы думаете, будет за всем этим присматривать? Опять работы прибавится! Не сердитесь, а то животик заболит. Да уж, даже как-то жалко его. Ты был с тем красавцем-надзирателем, хотя я все равно красивее. Похоже, он тебя не помнит. Чего? Как можно забыть такое распрекрасное личико, как у меня? Непростительно. Вот именно. К черту сладенького, но как ты мог забыть мое лицо? Твою мать, Труа! Ну и балаган. Простите, ребята, простите, что прерываю вас, но... Идем назад, придурки. Чего? Мы ж только пришли! Почему? Можно еще хоть чуть-чуть? Я даже не проиграл! Игра кончена, вы истратили все свободное время. Тогда сколько часов в день мне вообще можно играть? 1 час, разумеется. Мало! Кретин, за час ни во что не поиграешь! Это моя игровая! Час, ты правда мало? За час даже не отдохнешь. Партия в мозг. Эй, блин, так не пойдет, лысая башка! Скажи мне, осел ты упрямый! Как же вы все заебали! Козлина! Джуга, блин, ну какой же ты ворчун. Ноешь, мямлишь, ходишь с грустной рожей, скучной, с плохим почерком, ничему не учишься, равнодушный, слабый, плохо бегаешь, не умеешь ни говорить, ни врать, только и можешь что сбегать. А еще ноги мелкие. Слышь, последний уж слишком.